Друзья, всем привет, кто подписан, и вообще всем спасибо за поддержку, там читаю комментарии. Значит, что по поводу Соляриса, как бы, извините, что видео давно не вылаживал, не было времени, сейчас как бы машина ездит, все хорошо, пробег 30, скоро на ТО поеду, 39 800. Суть видео какая? В помощь просто людям, кто не хочет заморачиваться, как я, по поводу камеры. То есть напомню, там ссылку на видео скину, как я ее подключал внизу. Вот, все, камера, все работает, все нормально. Уже как больше полгода, наверное. Не глючило ни разу. То есть все, все, слава богу. Суть, в общем, какая? На Алиэкспрессе наткнулся на адаптер. Сейчас продается просто адаптер, кто не хочет заморачиваться на то, что я делал видео, то есть в распиновку проводами попадать. Значит, продается адаптер на Алиэкспрессе. Там цена 1000 с чем-то рублей. Я ссылочку скину в описании. Просто, но все равно, не знаю, мне кажется, что может так и проще, конечно, да, но все равно, то есть вы столкнетесь с головником снимать вот эту вот рамку. То есть вы подумайте, надо ли вам тратить там 1000 рублей, если 1000 с копейками, если можно просто купить камеру и подключить ее так, как сделал я, просто в распиновку элементарно, там ничего сложного нет. Самая проблема, опять же повторюсь, много вопросов по рамок, по камере. Видео все есть, это снять вот эту вот самая проблема, то есть это нужно снимать вот, вот этот козырек там, бардачки откручивать, но это так, чтобы не сломать, вот просто вот эта вот штучка, она очень тоненькая, вот эта вот окантовка идет, ее, и она очень плотно сидит. Так что опять же хочу всех предостеречь, ребят, если решитесь, то аккуратно, аккуратно, ну прям она очень хрупкая. Много, я знаю, ломают ее, эту рамочку. Так, ну там адаптер простой, я так понимаю, там просто распиновка, фотки я так выложу. Кому будет было, как бы, ну, кто хотел, в общем, у нас много ребят тоже поставило, уже так же, как и я, в принципе, всех работает. Все нормально. Но это я именно за Ростов говорю. Что еще хочу сказать? По машине особо как бы снимать нечего. Машина гоняет. Нормально. То есть без нареканий, без ничего. Пробег я, в принципе, у меня пробег улетает. То есть по трассе вообще нареканий пока не было. Сейчас на ТО поеду. Опять же, видео скину с ТО. Ну, видео такое короткое, просто как бы в помощь владельцам, именно кто хотел поставить камеру и боится там игры с этой распиновкой. В общем, ребят, до новых встреч. Спасибо, что кто подписан. Ставьте лайк, кому была полезна информация. То есть скоро буду снимать, будет времени, буду больше вылаживать видео за машины, за свои. Все, до новых встреч.